Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня мы снова поговорим с вами о окружении и о его влиянии на нас. Почему эта тема так важна? Да потому что у нас окружение чаще всего делится как минимум на три категории. Это категория та, которая нас поддерживает, та, и в которой мы находим свой комфорт, прокачивать, возможно, можем что-то или находим общие интересы. Вторая категория – это наша зона комфорта. В принципе, нам комфортно с этими людьми, с этим окружением. И третья категория – это те люди, которые по тем или иным причинам тянут нас вниз. Как это сказывается, понять можно, возможно, не сразу, а с течением времени. Я хочу сказать о том, что, возможно, родственники, ваши приятели, друзья в разной степени могут влиять на вас. Они могут как и поднимать вас, так и отпускать, и могут находиться в той зоне, в которой вы должны будете продвигаться, идти вперед все время напролом, так сказать. Но одно дело, когда мы затрагиваем тему родственников, приятелей, знакомых, точнее, не родственников, приятелей, просто знакомых, друзей. И другое дело, когда мы затрагиваем тему родственников именно, и как раз-таки, возможно, даже семьи. Некоторый нюанс такой всплывает, что делаешь для них, ради них тоже, они этого не понимают. И тут такой контратака друг друга начинается, кто кого. Тогда в таком случае я просто желаю вам набраться терпения, идти к тому, чему вы желаете. Когда вы, возможно, чего-то достигнете, чего вы объясняли кому-то, в своей семье, возможно, своим любимым, тогда они поймут, когда вы достигнете или начнете достигать чего-то, они поймут и пойдут за вами. Я желаю вам хорошего окружения, с которым вы будете всегда расти вверх и всегда будете выше себя и качественнее себя. Всем пока-пока, до новых видео. Если понравилось, ставьте лайк, комментируйте. Пока!